Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил ввести в России налог на домохозяек, приравняв их к самозанятым. По мнению политика, в стране на сегодняшний день насчитывается почти 30 миллионов уклонистов трудоспособного возраста, чьи налоги принесли бы в казну триллионы рублей. По мнению Вострецова, эта часть населения страны неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и получает бесплатные услуги за их счет. Депутат отметил, что деньги нужны для улучшения медицины и образования. Вострецов уверен, что нужно начинать с себя, если люди хотят порядка и налога на богатых. Однако эта идея не нашла поддержки даже у коллег по партии. По словам первого заместителя председателя фракции «Единой России» Андрея Исаева, в партии с большой осторожностью относятся к инициативам по введению новых платежей для граждан, так как для людей это болезненная тема.